Стремление к победам в учебе, спорте и ведению здорового образа жизни – далеко не все навыки, которые приобретают юноармейцы. Мы узнаем очень много об истории, нашего Отечества, о войнах. Мы узнаем, как вести тактику, боя. Мы сражаемся, мы занимаемся физической подготовкой, мы стреляем практически каждую неделю. Как многие думают, юнармия – это только физическая подготовка, но это не совсем так, потому что мы изучаем историю, и приходится очень много думать, рассчитывать и понимать некоторые вещи. Здесь у ребят формируется гражданская позиция. Они активно занимаются волонтерской деятельностью, ведь именно поступками и делами определяется настоящий патриот. У нас проходит акция «Доброходы», а это уборка могил тех участников Великой Отечественной войны, у которых уже не осталось родственники. Юнармейское движение взращивает в каждом юнармейце героя. В будущем они выбирают профессию военного. Ну, а защищать родину – это всегда было гордостью. Пополнить ряды юнармейцев – большая честь для юного гражданина своей страны. Виолетта Ефименко, Виталий Степанов, Александр Ерофеев. Десна ТВ.